Приветствую вас, и вы достаточно мало дали информации о себе, достаточно неполно раскрыли вашу ситуацию, так как здесь особенно важно понять все, что происходит и с вами, и с мужем. Например, вы пишете, что мужчина сперва работал, потом перестал. Что послужило причиной того, что он перестал работать? Какие обстоятельства были перед тем, как изменилась его ориентация на трудовую деятельность? Почему он перестал работать? На этот вопрос нужно ответить и ситуацию, которая с ним происходит. Также разобрать. Дальше. Этот человек постоянно спит и говорит, что устал. У него могут быть проблемы со здоровьем. Соответственно, если вашего мужчину все устраивает, то есть человек не хочет ничего менять, ничего делать, ему абсолютно все нравится, то тогда, простите, пожалуйста, но тогда у вас нет другого выбора, кроме как разводиться. Потому что в этой ситуации сделать ничего нельзя. Потому что в этой ситуации у вас нет другого выбора, кроме как оставить человека, значит, вместе с его переживаниями, с его трудностями и так далее, если он не хочет сам ничего менять. Дальше, что касается еще одного момента, связанного с тем, что он кричит. У него могут быть определенные, значит, проблемы, которые также нужно разбирать. Я очень рекомендую вам более подробно описать ситуацию с экспертом, которого вы выберете на нашем ресурсе, и с ним проработать все-таки более подробно, что с вами происходит, чтобы наиболее полно составить вам комплекс рекомендаций. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.